12 декабря состоялся общероссийский день приема граждан. Жители района обращались в администрации поселений. Прием вели главы, их заместители и начальники управлений. Всего в этот день обратились 57 человек. Многодетная мать из Шемитовского поселения пришла на прием к главе района Михаилу Токареву с просьбой помочь решить вопрос с компенсацией за оплату детского сада. Ежемесячный платеж составляет от 2500 до 2800 рублей, а компенсация, согласно областному закону, рассчитывается со средней суммы по региону – 1990 рублей. Михаил Токарев предложил обратиться к депутатам, чтобы они вынесли на рассмотрение в Мособлдуме вопрос о поднятии средней суммы, с которой насчитывается компенсация. Вы нам пишете коллективное обращение, мы формируем на основании вашего коллективного обращения, мы пишем свое письмо, формируем правильные мысли нашим депутатам, мы к ним обращаемся за помощью, чтобы они уже в рамках заседаний там, и комитетов, и в целом областной думы постарались вот такой законопроект рассмотреть, продавить. А есть шанс? Ну, есть всегда, почему нет? На приеме у главы района также обсудили вопрос об установке в Сергиевом Посаде торговых павильонов. Предприниматели предложили сделать оригинальные палатки с использованием символа Сергиевого Посада – матрешки, которые хорошо бы вписывались в облик города. Михаил Токарев предложил несколько вариантов возможных торговых площадок, одна из которых – Блинная гора. Через нее пройдут туристические маршруты. Мы будем разрабатывать несколько, 3-4 маршрута, которые будут начинаться и заканчиваться на железнодорожном вокзале. И в том числе один из маршрутов будет идти через прям Блинную гору. Да, через смотровую площадку, спускаться вниз направо к Русскому дворику, через подземный переход к Лавре. Потом делать круг через Вечный огонь и опять через Блинную гору по Сергиевской и опять к железнодорожной станции. Я вот предлагаю, мы можем рассмотреть вопрос, возможность поставить, установить там, вот, ну, не знаю, сколько там влезет, 5-10 маленьких, красивых, ну, домиков наподобие, как вот подземно, около подземного перехода, где Русский дворик. Вот это сбоку, они такие небольшие, там сколько? В этом стиле таком. Вот в таком стиле, да. Да. Общероссийский день приема в районе длился с полудня до 8 вечера. Обращения, поступившие в администрации поселений, приняты к рассмотрению и исполнению.